bright new era for Kobani this year. Что мы ждем от этого сезона? Будет трудно, и мы это понимаем. Но мы готовы биться. Биться за Кубань и за уважение болельщиков. Нас ждет сезон длиной в 1,5 года. Будет он в 1,5 раза труднее или легче, покажет время. Но у нас есть все, чтобы решить задачу на сезон. У нас есть вера в свои силы. У нас есть чувство локтя, у нас есть ты. Мы команда. Кубань для меня первый клуб, который дал мне как шанс проявить себя в большом футболе. Кубань – это тот клуб, который научил меня играть в футбол и в первую очередь стал мегафутболистом. Кубань – это уже как философия для меня, не знаю. Она практически дала мне, не знаю, каркас жизни. Что Кубань для меня сейчас очень важна. Кубань – это новый клуб для меня. Où on peut dire là commence ma carrière et le club où je commence ma carrière. Pentru mine este o experiență nouă și sper să dovedesc că pot face față și în campionatul Rusiei. Ну, значит, что сейчас Кубань моей семьи. И значит, что я все готов сделать для этой команды и надеюсь, что все получится. Вот это моя команда, за которую я играю. Готов за нее отдать все силы. Pour moi, Кубань aujourd'hui, c'est plus qu'une équipe, c'est la famille. Кубань – команда, с которой хочется достичь хороших результатов. Сила в Кубани, в ее болельщиках, я считаю. Ну, болельщики – это наше все, без которых не будет побед. The fans is gonna be important for us to have all of them next to us in all the games. But even when the things don't gonna be good for us, it's important that they're gonna be next to the team. Les supporters, je sais qu'ils m'apprécient beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils m'ont aussi soutenu et j'espère leur donner beaucoup de joie pour cette saison. Болельщики – это главное, ради чего вообще футбол играют люди. Мы играем для болельщиков, поэтому если их не будет, то и смысла нет тогда играть. Ну, болельщики – это больше полкоманды, я считаю. Когда будет ходить полный стадион, мы будем сами нестись, ноги будут сами бежать. Поэтому болельщики очень много будут значить, особенно в этом году для команды «Кубань». Я думаю, будет трудно. У нас новая команда. От нового сезона я жду ярких, побольше ярких моментов, голов, чужие ворота, для чего я готов приложить все силы в этом году. Я считаю, что команда способна закрепиться в восьмерке. Я думаю, что Кубань будет показывать все, на что она способна. Я думаю, сейчас говорить ничего не буду. Я лучше сделаю это на поле. И я думаю, болельщики это оценят. В том, что в каждом матче Кубань будет биться за победу, даже не сомневаюсь. Мы пришли побеждать.